Репчатый лук – это одно из самых мощных домашних лекарств от очень многих заболеваний. Но свежий лук может употреблять не каждый человек. Кто-то не любит его запах, кто-то его вкус, а кто-то просто боится неприятного запаха после употребления этого продукта. Поэтому лук можно употреблять не только в свежем виде, но и в запеченном. Запеченный лук приносит вашему организму еще большую пользу, чем свежий. Лук, запеченный в духовке, увеличивает образование инсулина поджелудочной железой, активизирует защитные механизмы организма в борьбе с вирусными инфекциями, повышает гемоглобин крови, нормализует систему свертывания крови, помогает отхождению мокроты при бронхите, снижает показатели общего холестерина крови, разрушает холестериновые бляшки в просвете сосудов, нормализует кровяное давление и является отличным домашним антибиотиком при кожных воспалениях, таких как фурункулы и абсцессы. Для того, чтобы запечь лук, вам необходимо выбрать луковицы среднего размера без повреждений и плесени. Луковицы нужно вымыть, просушить и разложить на противень, заранее смазанный маслом. Далее запекайте лук при 150 градусах в течение 20-30 минут. Запеченный лук вы можете употреблять вместе с обычным приемом пищи, с мясом или вместо гарнира, но также можете принимать этот лук в качестве домашнего лекарства по половине луковицы перед завтраком и за полчаса до сна. При помощи запеченного лука вы сможете улучшить все показатели организма и повысить защитные механизмы в домашних условиях и без аптечных препаратов.